Глава государства принял участие в церемонии принятия присяги председателем суда Международного финансового центра Астана лордом Гарри Кеннетом Вульфом, назначенным соответствующим распоряжением президента Казахстана. Нурсултан Назарбаев указал на важность повышения доверия мирового сообщества к деятельности центра. Независимый суд МФЦА начнет свою работу уже в январе. Лорд Вульф является международным арбитром и медиатором в сфере финансового права. Профессиональный опыт работы он получал в судебных системах Англии, Уэльса, Катара и Гонконга. Уважаемые господа, вы очень известные в мире юристы. Distinguished gentlemen, you are very renowned, worldly renowned lawyers. Такую работу вы раньше выполняли в других странах. You've been doing that kind of work for many years in various countries. Придаем большое значение этому финансовому центру. And we attach great importance to that center. Хотим, его становление шло так, чтобы нам доверяли. And we'd like to make sure that the center established so that we have trust of international partners. Ваша безупречная деятельность говорит о том, что когда вы будете работать, нам будут доверять. Желаю вам успехов. Для меня большая привилегия продолжать ваше видение по созданию международного финансового центра. Насколько я понимаю, вы очень заинтересованы в успехе этого проекта с точки зрения регионального и межконфессионального диалога.